Агнца Божьего. Сюда наступают сектанты. Это ты? Любишь ты проблемы. Я Грейс. Мне рассказывали, кто ты тут портит жизнь эдемщикам. Ты вовремя. Видишь могилы внизу? Там похоронены герои войны. Мой отец в том числе. Эдемщики хотят их осквернить. Они пытаются стереть нашу историю. Деморализовать нас. Ха, не дождутся. Пока я жива, никто не тронет могилу моего папы. Стрелять я умею. Но меня нужно прикрывать. Они вернутся в любую минуту. Юго-восток. Враг на юго-восток.
Небольшая, но все-таки победа. Я тебе должна. Немногие готовы вступиться за других. Для меня это важно. Папа всегда говорил, пока мы верим друг в друга, надежда жива. Если мы будем держаться вместе, секта нас не сломит. Я не собираюсь распускать сопли. Но если будет нужна помощь, зови. Я тебя прикрою. Они устроили мини-парад, когда я получила бронзу. Мне снова нужна твоя помощь. Те, кого ты спас на ферме Вудсонов, сказали, что в секте есть перебежчик. Он нашел убежище в трейлерном парке у озера Сильвер, но больше я ничего не знаю. И я не знаю, когда Господь избавит меня от бремени заботы о раненых. Убедись, что этот молодой человек у озера Сильвер жив и здоров. Мы должны прощать. Если не будем этого делать, мы ничем не лучше секты. Наконец-то я напьюсь в крыльях любви. Спасибо тебе. Люблю, блядь. Не волнуйся, попаду. Эти грешники узнают, что похищать наших нельзя. Мы им покажем. Где нас стреляют? Живи по тормозам!
Пустите нашего брата! Понятно! Перезаряжу! Прикрой! Меняю позицию. Патроны кончились! Понятно! Ищешь проблем, грешник? Сменю точку! Неудачное место. Сменю позицию. Ты не спрячешься от Бога! Что помиловал меня. Это ты освободил Фолсент? Если он хочет так, покинуть... Я иду! Эдемщики пытаются его вернуть. Остановим их. Ну уже защищаем этого парня. Черт! Эдемщики сзади! Вижу цель! Чёртовы сектанты! Фанатики! Тушите огонь! В яблочко! Вот же! Они сзади! Найду позицию получше. Вижу врага! Там! Стой, нам надо выйти! Спасибо. Не дайте им забрать меня. Сопротивление уже в пути. Доставь перебежчика к ним. Меняю позицию. Уведите меня. Остановится. Благословен Господь, научающий руки моей битве и персты мои. Давай, сюда! Оставь его здесь! Он в порядке. Дальше мы сами. Положи его, мы прикроем.
Их будет больше. Ну как оно? Твоя помощь незаменима. Да поможет тебе Господь. Спасибо за помощь. Навести меня в церкви при случае. Помолиться никогда не помешает. Зарушка. Я думал, нам конец. Ты спас Фолсенд. Как же я рада. Они бились достойно. Противник? Проще будет всадить в него пулю. Не смей перечить воле отца. Иоанн ждет. Хочет услышать его исповедь.
мать с отцом. Первыми научили меня силе слова «да». Однажды вечером они приволокли меня на кухню и бросили прямо на пол. А потом была только боль. Снова боль, и снова, и снова. И когда я подумал, что не смогу больше терпеть, я смог. Что-то внутри меня освободилось. Я больше не был напуган, я был чист. Я посмотрел на них и начал смеяться. И мог сказать только «да». И всю свою жизнь я искал новые поводы сказать «да». Я испытывал свое тело по сантиметру в тщетных попытках унять свою боль. Но Иосиф показал мне, каким эгоистом я был. Только получал, только брал. Лучший дар — тот, что ты отдаешь, а не берешь. Но здесь нужна смелость. Смелость признать свой грех. Вживить его в свою плоть и нести это бремя. А когда настанет час искупления, когда ты начнешь смиряться, вырезать, словно опухоль, и показать, чтобы видели все. Это и есть смелость. Нет. Я научу вас смелости. Научу вас, как сказать «да». И победить свои слабости, победить свой грех. Вы пересечете море боли и будете свободны. Ведь таков единственный путь к искуплению. Ну, с кого начнем? Да. Да. Ты об этом не пожалеешь. Правда. Но пока мы не начали, мне одному кажется, что помощник Хадсон должна вернуться к себе. Иначе мы нарушим тайну исповеди. Я не заберу у тебя жизнь. Я верну ее тебе. Я открою тебя. Заполню твоими худшими кошмарами. Пока ты давишься, твои грехи явят себя. И лишь тогда ты, наконец, поймешь силу слова. Да. Скоро вернусь. Благодарю Иоанна, что очистил меня от гоп...
Тихо! Успокойся! Ты в безопасности! Показать миру окутавший ее мрак. Помогите! О, Боже! Мы же спасли тебя. О, Боже, что они хотят сделать? Что они со мной сделают? Запирай! Я готов. Вы не можете так с нами поступать! Обрушьте на них весь наш гнев, братья! Скажите «да», я отдам свою жизнь во имя Отца! Ангелы тебя пришли! Гоните грешника прочь! Пусть бежит, пусть прячется! Когда пробьет час, Бог направит нас по его следу! Видишь? Это сила слова «да»! Сорвать нахрен все его планы. Давай, за дело.